Всем привет, вы на канале Темный Рыцарь, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Assassin's Creed 4 и Черный Флаг. Мне почти 29-я часть игры. Я желаю всем приятного просмотра, дорогие друзья. Наша задача, друзья, наконец-таки уже побыть на основное здание, в смысле новый город, вот под названием Кингстон. Вот сейчас я быстренько все сделаю, камешек мая получу, и отправимся, друзья, на галки уже нашу прикольную новый город. Прикольный. Вот сейчас я покажу на карте, где он находится именно, получается, наш город. Куда я должен отправиться. А то морские контакты, все такое, ну, эти морская, ну, клубенька уже надоело. Хочется активно слушать повоевать. Хотя я воевал, конечно, но это просто хочется новые локации изведать, это новый город и все остальное. Вот, друзья. Сейчас Кингстон. Надо будет нам сюда добыть до галки. На галке имею в виду. Сейчас, друзья, я быстренько замучу все. Давай, давай, Эдвард. Сейчас. А, ну, в принципе, логично, ага. Так. Так, примерно где-то так. Вот так вот где-то. Не, подожди, тут у нас два, получается, это вот так вот значит. Во. Два, друзья, где-то надо, скорее всего, так. А может это не относится к тому, а? Блин, может так где-то, а? Есть! Молодец, Дима, красавчик, а? Так. Еще один камушек мая. Сейчас, друзья, быстренько возьму. Мне останется получиться собрать где-то еще 17 камней мая, и я получу уникальный костюм ассасинов. Прикольно. Ух, классненько. Да, друзья, миссия вообще будет очень классной и интересной. Сейчас тут немножечко на галке поплаваем, потом приплывем на новый город Кингстон, а там уже подумаю, что делать, а. Ну, блин, название нашей миссии, может быть, Кингстон будет, а может и нет, я пока еще точно не знаю. Ну, просто наша цель именно приплыть так, в город. Еще один камень. Ага. Так, Тартуга, камень Майя. Ага, молодец, Эдвард. Сейчас быстренько я перемещусь на галку. Море тут вообще охеренное. А, все, мы на корабле, да? Сейчас я тебе поставлю точечку. Опа, бутылка. Ну, потом уже возьму. Успею, как говорится, друзья. Вот. Сейчас сюда поставим. Сколько нам путь? Ого! А что так долговато как-то? А нельзя как-то поближе, типа, телепортнуться? 5000 как-то реально до хрена. Так. Блин, а есть поближе где-то точка перемещения? Сейчас посмотрим, друзья. А тут что-то как-то далековатое. Блин, а походу не будет, скорее всего. Поближе. А может и будет вот тут вот, а? Во. Попробую я тут переместиться, а? Это просто реально путь хоть долго еще. 5000 человек. Ну-ка, сколько отсюда будет, а? Ближе или нет? Ну вот, хотя бы на 1000 ближе, друзья. Уже получше, уже класс. Все, друзья, погнали. Потом, друзья, я пособираю все фрагменты анимуса в этой игре, все сделаю, а. Так, костюм я менять не буду. Да нормально, спасибо, отдевали. Ух, спасибо вам всем, друзья, за вашу поддержку. Реально, респект и уважуха, я очень рад с вами дружить. И я не прочь завести новых друзей. Ссылочки на моих друзей каналы, классных, будут в описании. На канал Антона. Ну, жалко, что я ник их английский не знаю. На канал Джокера, на канал Ромыча, да, и на канал Лео Леопарда, вот только его мой канал назвать, ну, просто по-русски написано, вот, ссылочка будет в описании. Они их позже завести тоже, как я, новых друзей. Они стараются, молодцы, снять прикольные и классные прохождения. Реально, они красавчики. Ромыча, конечно, пока проблема есть там с видеокартой, но надеюсь, у него все решится, и ну, вновь будут классные прикольные прохождения здесь снимать, потому что он реально классно мутит, как в принципе и все. А Лео Леопард... Он пока еще думает, он то снимает, то не снимает. Ёб твою малеву, а. Не-не, мне кажется, пока рано на форт нападать. Вот это, кажется, жесткий будет форт, а. Так, морской форт. Блин, я вижу. Еще и погода поменялась, друзья. Ёб твою налево, а. Вот же зараза, а. Ну-ка попробуем, можно, нельзя. Так. О, ну-ка, сколько я сниму, а. Просто интересно. Это твою медь, а. А еще и промазал, друзья. Капец, а. Мне кажется, лучше пока сюда с форта свалить, а. Ну-ка, смогу я их завалить или свалить? Сейчас попробую, друзья. Сколько я еще хп снимаю, а? Там у него уязвимое а, место, сэр. Друзья, можно завалить, а? Только дайте сейчас. Знак, капитан! Сейчас, друзья, быстренько захочу форт. Они открылись! Ага. Жуткий вал! Ага. Сейчас, друзья, быстренько захочу форт. И Сам. Пойду дальше. Нет, куда надо? Здесь, на Кингстон. Чего бы и нет? Еще дадим форт, друзья. Это класс. В принципе, тут не особо такой сильный противник. Блин, только надо... Опа. Ага, вижу. Друзья, да, погода в ковесах поменялась. Еще себе волна. Волна.
Ух, твою мать, а. Я вижу, вижу, спасибо, одевали. Зараза, сейчас попасть не могу. Быстрей, 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 быстрей. Да уж, друзья. Сейчас мы этот завалим, гребаный форт. Ну, захватим, имею в виду. И круто будет, друзья. Класс. И поручка поменяется. Пока помолчу, пока валюсь. Все, будет не слышно меня. Че орать? Готовы, сэр. Так. Давай. Ай, красавчик, а. Сейчас обороны их поимеем, а. Ой-ой-ой. Крутяк. Сейчас вам на смерч. Твою мать, а. В минус 8 человек. Сука, волна гребаной смерч, а. А не, так не попадем. Сразу вон на смерч убил моих 8 моих друзей. Это твою урок. Ага. Уже, уже, быстрей, быстрей, быстрей. Гребаная волна смерч, а. Да, друзья, не так, так легко. Нет, в принципе, это форт не трудно, я захвачу его. Но просто гасить неудобно, а. Вот в чем вопросик, а. Скалы везде, блин. И как-то разворачиваться не особо удобно. Еще волна смерч, зараза, убила моих 8 ребят, а. Сучка, блин. Мне еще надо будет опять вновь искать друзей. Хотя я, зараза, а. Блюдская тварь. То, что я обязан ради моих друзей захватить этот форт, да? Они даже... Их смерть будет не напрасная. Я захочу этот гребаный форт, память о них. В реальной жизни так, в принципе, и сказал бы я. Да Эдвард бы, думаю, так бы сделал бы. В реальной жизни бы. Правда, было бы в реальной жизни бы... Было бы трудно, конечно, захватить форт, друзья, но... Тем не менее. Все, надоело бы уже сюсюкаться с ними, а. Блин. Вал по правому борту! Ага, спасибо, спасибо. А, это между смерч. Все, кроме грота. Ага. По левому борту. Я вижу, вижу. Давай. Есть. Последняя херня там. Блин, волна смерч опять же. Ух ты, сука. Блин, что-то хер. Твое рождение. Так. А это не страшно, друзья. Волна смерч опаснее, чем форт. Это еще не самый сильный форт, честно говоря, друзья. Он пока такой слабенький, если учиться признаться. Если бы не волна смерч, то все было бархирено, а? Ясно, друзья, тут, сука, завалим, а? Там у него уязвимое да, место, конечно, нет, здесь не было плана захватить форт, но... Как говорится, они открылись. Бывает, меняется планы. Смените курс! Держите штурвал, трави! Есть! Ай, красавчики мы, молодцы, друзья! Сейчас плотни водички! Ага. Ой, так. И в щепки! Сейчас, давай, 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 Эдвард, давай. Аккуратненько галочку развернем. Сейчас встанем у кого, друзья. Быстренько захватим форт, убьем главного там дебила, кто управляет фортом. И пойдем, друзья, наконец-таки поплывем уже нашу точку. Именно в новую локацию, новый город, Кингстон. Там, может, подумаю, какую-нибудь прикольную миссию выполним. И название, оказывается, найдется. Ну, либо такая останется Кингстон. А я пока еще, друзья, думаю. Еще пока нет, я пока ничего не знаю, может, либо я там что-нибудь поделаю, и просто Кингстон останется. А, да, миссия, 29-е название. Либо, друзья, я название поменяю, может, там что-нибудь еще другое повыполняю, посмотрим. Сейчас припаркуемся, и тут вот, друзья, аккуратненько так. Ага, окей, хило, молодец, сейчас галочка пришвартуется, друзья. Вау, как же кайфная эта игрушка, друзья. Я всем рекомендую поиграть в эту игрушку. Реально классная игра. Кто любит игры с открытым миром, блин, советую в нее поиграть. Реально это классная игра. Ей уже 7 лет, но она охеренная. Она очень интересная, друзья. Разработчики Ubisoft молодцы. Постарайтесь, эта игра сделали ее охеренной. Просто класс. Так, друзья, в принципе, все стандартно у нас с вами. Захватить форт, убить главного дебила в форте. В принципе, все понятно. Сейчас это быстро сделаем. Так, убейте офицера в форте. Ого, три офицера? Нихего ли. Так, мы его сверху этого убьем. О, есть! Минус один офицер. Ой-ой-ой, сука. Давай, давай, Эдвард, покажи. Яки зимуют, а. Ай, класс, а. Ну, класс. Ну, блин, люблю я эту игру, а. Ты, сука, смотри, по щам мне надавал, а. Это упырь, а. Ты куреныш, а. Жирная тварь, с топором. Давай, давай, Эдвард, давай. Ах, сука, сейчас меня так убьют, а. Нельзя умирать, друзья. Я вообще не того стрелял, друзья, честно слово. Так, ладно, сейчас я их быстро убью, они будут бесконечные. Поэтому пойду офицер убивать. Сейчас пополню свой боезапас.
Давай, 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 аккуратненько. Пополни, блин, не то взял, друзья. Кошаряо мне нужны, в принципе. Но сейчас это не то. Так, подожди, давай, 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 давай. Бери. Я сейчас быстро дебил этого убью. Ого, видели, видели? Охереть, двойное убийство. Красавчик, Эдвард. Все, друзья, я пошел убивать дебилов. Ай, пока не дадут мне убить, а. Зараза. Потому что они будут бесконечны. Поэтому смысла с ними воевать нет. Ну, в смысле, они нескончаемые, пока я дебилов не убью. Поэтому сейчас я быстренько еще сейчас делаю перезарядочку, друзья. Быстренько сейчас пополню боезапас. Так, Эдвард, ты серьезно? Ну, ладно, сейчас помахаешь еще немножко с ними. Давай, 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 давай. Ай, красавчика, ай, молодца, ай, супер. Ай, что такое? Что случилось? Какого фига? Это тварь, а? Все, друзья, давай. Быстренько. Молодец, все, друзья, побежал. Дебилов убивай. Так, следующий дебил у нас находится там, да? Там Анимус находится сверху. Сейчас быстренько мы его возьмем, его. Ага, я тебе, дебил, не боюсь. Так, фрагмент анимуса, ты где у нас? Ух, тут у нас там залупение, да? О, мы, друзья, добрались до нашей цели, почти добрались. Варя, давай, сука. Какой хитрожопый, смотри, а. Я тебя, ублюдок, я круче. Ах, еще один появился. А, ну мы, в принципе, бы справились, но я сам его убью. А Эдвард, красавчик. Ах ты, сука, сам офицер ко мне пришел. Ну давай, офицер. Помахаемся с собой. Давай, так. Блин, друзья, ну я молодец, а. Ах ты еще один, сука, да сука у вас тут, а. А теперь мне бесконечно будет идти, пока я всех офицеров не убью. И, да, пока всех офицеров не убью. Опа, пак меня. Красавчик, Димон, молодец. Так, теперь возвращаемся обратно, друзья. Так, офицер, офицер. А где ты у нас? Ты у нас, ты у нас снизу. Ух ты, ты, сука, снизу. Ладненько. Тебя мы не убьем, убьем другого. А тебя, он тупо стоит, друзья. Он тупо стоял, друзья. Чувствую своего. Ну-ка, ну-ка. Сложили они оружие, да, друзья? Они сложили оружие, видите? Ну и мы все равно его убьем, потому что мне не нравится, сука. Он бесючая тварь был. Я собственно его ограблю. Все, друзья, больше дебил убивать не буду. Я же не совсем, как говорится, безумное животное, которое налево и направо всех убивает. Все, друзья. Так, добейтесь до штаба. Ага. Ну, стандартно, в принципе, друзья, все, но прикольно. Мне очень нравится эта игра, захватывать форты. Это прикольно, друзья, класс. Так, ты, сука, охерел? Это типа еще против, да? Так ты, сука, смотри, а. Ты охерел? Вы поиграли, ублюдок, а. Так, сундучок, сундучок. Ты у нас где? Сейчас, друзья, опа. А, пускай уже стоит. Сейчас, друзья, я быстренько захочу сундук. Так, а давай, Эдвард. Так, сундук, сундук, сундук. Да я уже понял. А, мои радуются. Так, ура, ура. Так, правда, где сундук? Я не могу понять. Он, опа, фрагмент анимуса, друзья. Прям изично находится. Вообще, нужное место, а? Есть, друзья. Так, фрагмент анимуса я собрал все. А вот сундучок у нас находится тут. Сейчас я быстренько спущусь. Класс. Так, 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 так. Ух, друзья, смотрите, мне очень нравится проходить, друзья. Прикольненький DLC-шка Резидента. Седьмой части и прикольненькую игрушку Fallout 4. Я, конечно, Fallout 4 еще особо не разбираюсь в этой игре. Но она мне нравится, друзья. Реально такая прикольная, классная. Это охренел, что ли? Сука, а смотри, он еще сопротивляется, ублюдок, а. Ух ты, тварь, а. Ты, друзья, пошел я уже наверх. Сейчас быстренько соберусь. Так, раз, два. Давай, Эдвард, давай. Молодец. Опа, боезапас, это нужная вещь. Пополним их и отправимся наконец-таки в Кингстон, друзья. Так, подожди. Опа, лестница, лестница тут, друзья. Да-да-да, я понял, понял. Правда, на самом деле, я нифига не понял его. Ну ладно. Так, сейчас. О, вот, друзья. Вот тут вот, ладненько. Давай. Ага, здравствует Эдвард. Новый глава форта. Так, тебе, я думаю, что сделать с тобой? Ладно, тут по старинке, друзья. Папа! Молодец я, красавчик. Еще один форт, друзья, успешно захвачен. Ура! Я не знаю, как же столько фортов у меня уже. Мне кажется, я больше фортов или хотя бы половину уже захватил. 50% фортов я точно захватил, друзья. Это круто. Ух ты, ух ты, ну-ка, ну-ка. Ух ты, друзья, тебе с точки перемещения доступно. Класс. Вау, ух ты. И маяк, это такая голубая бездна, чертеж для улучшений. Нихера себе, надо будет купить себе колокол, чтобы можно было под воду нырять. Ну, прикольно, что себя будет, надо будет замутить, а.
Класс, но это надо будет выполнять основной кампанией, чтобы можно было, ну, доступно стал мне этот новый колокол, а? Надо будет поскопить на него, тут надо будет поплавать, потом тут, а? До хера мест, где можно будет поплавать, друзья, всякие точки-дучки пособирать. Класс. Так, точка перемещения доступна. А, Кингстон, в принципе, друзья, недалеко. Это класс, супер. Мне нравится, так. А, разблокирован новый чит. Чит, серьезно? Опа, контракт. Не, я не буду его выполнять, так. Ловля охотников. Не-не-не, потом как-нибудь выполню. Чисто сделаю миссию. По выполнению морских контактов, друзья. Учить, реально, буду морские контакты выполнять, как я делал, в принципе, с контактами на убийство. Так же сделаю. Так, я сундук, друзья, не взял. Стикерфорт мы быстро отремонтировали, класс, круто. Вау, как же красиво, охереть, а. Рассвет или закат, супер. Сейчас, друзья, я, по-моему, сундучок тут не взял еще, если не ошибаюсь, а. Да, друзья, сейчас я быстро сундук возьму в этом форте. Да, и пойдем, друзья. Поплывем, так сказать, до Кингстона, до новой локации нашей. А потом, друзья, реально, миссию сделаю, чисто буду выполнять морские контракты. Будет прикольно, друзья. Чисто галки поплаваем, повыполняем разные морские контракты. В общем, будет реально интересно. Один морской контракт выполню я. Разом. А где-то, так же, как я делал, в принципе, с контактами на убийство, где-то штук 4-5 контактов я выполню морских. Так, друзья, сундучок находится аж в Манде Ивановской. Так. Опять же, заберемся по лестнице. Блин, Эдвард, ты молодец. Так. Ух ты, это что такое? Это что? Ого, воюет еще. А, это наш форт. Ого. Класс, наш форт молодец. Вау. Ого, не видите, как наш форт гостит. Ах ты, охереть. Первый раз вижу, что мой форт гостил другие корабли. Он потопил. Охереть. Вау, ух ты, как красиво. Это все-таки был, друзья, закат. Вау, и луна поднимается, видите, да? Охеренная игра. А, вон где сундук находится, друзья. Охереть. Честное слово, друзья. Шарлот называется форт, друзья. Первый раз я вижу, чтобы вот так вот, получается, друзья, наш форт гостил другие корабли. А, это класс. Обычно я, получается, пиздили получаю, когда захватываю форт, а тут наоборот, мой форт. Я это реально первый раз вижу, друзья. И луна красивая поднялась. Поднимается еще выше. Вау, друзья. Это классная игра. Честное слово, вот просто супер, а. Так, все, друзья, попули наконец-таки на Кингстон. Наш игрец уже ждет наш новый город. Так. Опа, прыгнуть в воду смогу? Не, я, кажется, разобьюсь, друзья, если я не ошибаюсь. А. Сейчас можно попробовать. Эй, давай. Опа. Думаю, опа, наши пушки, друзья, видите? Бабах. Фальконеты, по-моему, а. Или просто крутые пушки. Ого, видите, как стреляет, класс. Вот как фейерверк, а. Ай, зараза, Димон, немножечко не допрыгнул, друзья, совершай чуть-чуть, блин, Дима, ну ты даешь, надо было с разбега, а? Это же балбесина. А, зато можно телепортнуться, друзья. Так, давайте, все, поплыли. У нас уже наступила ночь в игре. Так. Фух, все, друзья, поплыли. Так, друзья, наша миссия не меняется. Контакты потом, следующие. Вот, Кингстон. Нам надо доплыть наконец-таки до нашей локации. Там, может быть, что-нибудь повыполняем. Посмотрим, а. Вау, ну красивая ночь, друзья, в этой игре. Как, в принципе, и Fallout 4. Там тоже погода меняется. Там и дождь. Там и снег. Ну, снег, конечно, еще не знаю, есть там нету. Но там реально класс. Я первый раз видел в игре, что там дождь шел. Так реально настоящий. Там еще небо. Вот небо, блин, получается, звезды, как настоящие, блин, реально сделали классно, а. Ладно, друзья, сейчас быстренько мы переместимся, ускоримся, так сказать, а. Эти корабли мы бол забьем, не будем на них внимания обращать, и пойдем к нашей цели, друзья, к нашей миссии. Нам, кажется, нет времени на их с ними воевать, а. Так, данные фрагменты памяти, зона недоступна. Окей, я понял тебя. Понял вас, имею в виду. Зараза, недоступна, так недоступна, черт с вами. Только почему не понимаю, а? Ладненько, придется нам, друзья, объехать пока что за территорию, так сказать, с ускоренным темпе на галке. Да, почтите, тут нельзя все пока этого перемещаться, а. Я очень, друзья, люблю игры с открытым миром. А вот реально, да, ассасин... Ого, видели, как прикольно дельфинчик прыгнул, а? Заслуживает, блин, почетное место в моих классных игре с открытым миром, которые я играл. Я, конечно, мало игр с открытым миром проходил, по сути говоря, на самом деле, да. Ну, тем не менее, ассасины реально класс. Ух ты. Так, то есть давайте быстренько сейчас замутим, а. Так, сейчас быстренько замутим. Рыбу поймаем и, да, наконец-таки поплывем на Кингстон.
Да, да, все, я знаю, но... Свежее мясо для гарпунов! Думаю, вам все равно случае моя понравится моя миссия. Накидывай! Так, давайте. Это все быстренько. Поймаем рыбу под луной, как говорится, друзья. И, наконец-таки, уже поплывем на Кингстон. Ух ты, давай, Эдвард, я верю в тебя, что ты ровно ты наш. Готовность! Опа, молодец! Большая белая тянет акула. Тянет, Кэп! Я вижу, вижу. Не молодец. Нравится? Она ранена! А я вижу, вижу. Вот черт! Видно что-нибудь? Большая белая акула. Да, друзья, у нас не ограниченное гарпунов количество, поэтому уж не мазать. Да, нихера себе! Да. Злющая тварь. Да я вижу, вижу, что она злющая тварь. Так где она? Справа. Прямо по курсу! Ой-ой-ой. Молодец, красавчик. Вот так, измотай себя. Все море покраснело. Все море покраснело. Я, спасибо, спасибо. Я что-то вижу. Да, то есть я буду еще потом это, нашу эту, шлюпку улучшать, а. Смотри в оба, слева. Ага, вижу, вижу. Готовность! Успел, успел, друзья, что-то поимел. Держись, парни! Сейчас главное не спешить, друзья. И попадать все по ней. Все море покраснело! Вижу, вижу. Получай, рыбка! Ага, да, друзья. Плотнул, сэр. Я даже не знаю, хватит ли гарпунов. Гарпунов, чтобы ее кокнуть, а? Эту большую белую арку. О! Готов! Твою мать! Лебед уничтожен. Да ё-моё, друзья, капец, это жесткая была акула. Я, блин, надо улучшать наши... Жопа, друзья, в общем, а. Так, опять же, давайте. Не знаю, то есть думаю, 20 на 2. Получится, не получится, друзья, но нам надо будет реально шлюпку улучшать. На 2 уровня, надо будет там 3 уровень прокачать. Полоску жизни, а. Смотрите, акула у нас поимела, а. Зараза. Ой-ой-ой, помазал, друзья. Блин, она пока ушла. Не видать. Она тут появится. Прям резко, на 20 гарпунов, в общем, да? У нас 3 уровня, она просто нас поимела в жизни сразу. Вперед, вперед! Кодима, не машь ты, твою мать. Крюка о, молодец! Вот скользкая тварь! Так, измотай себя! Тут мажешь еще. Яблочко! Красавчик, да! Так, блин, жизни мы реально мало снимаем, то есть я... Глядеть а, в оба! Сейчас попробую еще раз. Получится убить ее, убьем сейчас. Нет, так пофигу, потом в следующий раз, а. Это же еще прокачаем все гарпуны. Сука такая, а. Злющая тварь. Ах, друзья. Так где ты появишься, сучка белая? Прямо по курсу. Молодец, да, молодец, Эдвард, красавчик. Вот так, измотай себя. Она ранена. Я вижу, вижу. Так лучше не мазать пока что. Да, Эдвард, твою мать, не мажь. Так... Ай, зараза! Ушел, Кэп! Высматривайте плавник! Удерживайте Е. Я, друзья. Берегись! Справа! Ага, спасибо, спасибо. Ух, успел, друзья, успел. Ёб твою налево. Крепче держи! Ха! Так, Дима, не мажется ты, а. Тут же ограниченное количество вышла! Гарпунов, а. Блин, осталось их гарпунов, вот друзья. Не, мне не хватает. Фига убить ее. Надо было, друзья, не мазать. Потом в следующий раз потом уже ее поимеем. Твою раз. А нет, друзья, все. Это нереально, друзья, поиметь пока ее. Она жесткая акула, у нас все пока конченое, поэтому, друзья, все, ладно. Попытался, попробовал, не получилось, обломился Димон. Потом в следующий раз. Так, улучшение гарпуна, улучшайте снаряжение для охоты с гарпуном в каюте капитана. Вот, друзья. Сейчас, друзья, подожди, подожди, подожди. Так, тормози, тормози, тормозни. Сейчас, друзья. Миссия вообще будет очень даже прикольной, интересной. Сейчас, друзья, я быстренько... А можно ли? Может, сейчас улучшу каюте капитана гарпун. Сейчас, может, получится ее замутить, акулу. Эту гарпун у меня говно, друзья. Так, продать. Сейчас быстренько продам ненужный груз, как говорится, чтобы галка стала еще быстрее, друзья, у нас. Вау, у меня, друзья, сколько реалов? 16 тысяч реалов. Круто, ух ты. Нихера себе я подкопил, друзья. Крутяк, сейчас теперь, знаете, что сделаю? Так, улучшить, улучшить, так. Улучшение галки, вот, нам нужно улучшить это. Так, не орудие, а именно, друзья, улучшить надо будет гарпун. В каюте капитана. Мощность тарана, кнепелей, ядра, мощность фальконетов, нет. Тяжелые ядра, мощность зажигательных снарядов.
Во, водолазный колокол, вот здесь как эта фигняшка называется. 5000, условия, продолжайте проходить. Условия, продолжайте компанию, чтобы разблокировать это улучшение. Так, у всех для тяжелых ядер. В принципе, стоит недорого. Надо замутить. Так, нам самое... Отсек для мортирных ядер. Тоже, в принципе, нужен. Это, да, так. Отсек для сжигательных снарядов. Также, друзья, нужен. Блин, миссия реально прикольная. Блин, будет, друзья. Так. О, отсек для экипажа. Ух ты. Я не знаю. А еще, в принципе, экипаж. Это точно класс. Так, теперь триум. Так, укрепленный триум. Тоже надо. Позволяет галки перевозить больше объема груза каждого типа. Вау. Нужная вещь, друзья, нужная. Так. Ова, о, броня шлюпки. Вот, друзья. Вот это то, что нужно. То, что я хотел сделать, друзья. Броню шлюпки. Так, сколько у нас там материалов? Так. Эта шлюпка удерживает огромное количество атак жертвы. Ага. Мощность гарпуна, друзья. Во, вот что я нашел, то, что нужно, друзья. Сейчас мы тут с вами условия. Чертеж, особый гарпун. Ах, зараза. Пока больше не покосяем. Так, отсек для гарпунов, друзья, чтобы у нас было с вами больше гарпунов. Это нужная вещь, поэтому до конца я прокачаю ее. У меня будет целых 30 гарпунов, да, друзья. Так, броня шлюпки я замучу, то, что реально очень нужно. Так, теперь, вот, так, улучшенный триумф, так, позволяет отсек для экипажа, друзья. Блин, ладно, друзья, отсек для экипажа тоже нужен. Все, друзья, я по улучшению замучу дофига. Реалов осталось у меня мало, друзья. Класс. Так, улучшение доступно. Настоящий момент, каюте капитан. Все, друзья. Сейчас мы это поимеем с вами. Белую акулу. Ага. Буду, друзья, найти чертеж особого гарпуна. Вау, это уже, друзья, рассвет. Сейчас, друзья, все будет. Сейчас мы быстро ее поимеем. И попробуем, наконец-таки, наш Кингстон. Так, друзья, а попробуем наш улучшенный гарпун, как говорится. И... посмотрим броню улучшенную нашей лодки, друзья. Я сейчас замутил класс, даже не думал, что мне сейчас доступно это улучшение. Честно, не знал. Я понял, понял. Сейчас. Давайте. Дубль 2, сцена 3. Попробуем именно поиметь акулу. Да сейчас, надеюсь, друзья, у меня все получится. Надо будет, правда, найти чертеж особого гарпуна. Давай, акула. Готовьтесь. Готовность! Вот теперь круто, друзья. Держись, парни! Яблочко! Все море покраснело! Вот черт! Не так, видать? Опять сорвалась, друзья, у нас уже броня получше стала. Так, откуда же ты нападешь, зараза? Хренова! Держись! Ох ты, сучка! Злющая тварь! Да я с тобой полностью согласен. Сука, еще та. Тут она появится. Вон, по левому борту! Мы молодец, а. Уходит! А я не спешу, не спешу, Димон. Вышло! Да, не спешу, Димон. Я понимаю, что ты карпунов дофига, но молодец! Потеряли! Лететь в оба! Эта сука, она опять сейчас здесь нападет. Вот полюбой сюда она опять нападет, а. Берегись! Справа! А, нет. Блин, блин, блин. Успел! Ух, друзья, я успел. Держись, парни! Метко вы, Кэп. Спасибо. Попал! Есть, друзья, осталось еще немножечко, порвал, друзья. Порвал веревку! У нее в жизни красненький уже, так хорошо. Крюками ее! Охереть, я прям... вот скользкая тварь! Друзья, я прям в рот ей загрядил. Конец твари! Охереть, друзья, я прям в рот ей гарпун зарядил. Вау, молодец, я молодец. Это было, друзья, класса. Вот чудище! Да, большая белая акула, блин, ничего не скажешь. Браво, капитан! Ага, спасибо, спасибо. Друзья, я реально прям в рот ей зарядил гарпуном, это было класс, друзья. Супер. Я, друзья, теперь наконец-таки отправимся к Кингстон. Там либо что-нибудь выполним, посмотрим, либо нет. Ну, еще посмотрим, а. Может быть, наверное, скорее всего, следующая миссия такая называется Кингстон. Название миссии такая останется. Вау, друзья, класс. Ух ты. Ах, не переживай, я как по той же компании проходить. Куплю себе колокол за 5000 и понырять, друзья, в морские глубины этого классной игры. Опа, ящик. Ящик в воде. Ага, понял, понял. Все, друзья, ускоряемся. А то уже, получается, и заказ был, и рассвет. Получается, друзья, мы уже встретили в игре.
Так, какой уровень корабля? А, нет, я с вами перебьюсь. Я с вами не хочу воевать. Человек за бортом, извини. Я хочу уже наконец-таки отправиться в Кингстон. На сушу, как говорится, друзья. Блин, значит, нельзя перемещаться, да? А территорию осмотреть. Ага. А, сейчас быстренько, друзья, соберем. Фрагмент анимуса припаркуемся. Да. Вот тут где-нибудь сейчас встанем аккуратненько. Вот тут вот. Во. Все, стой. Давай, молодец. Сейчас быстренько, друзья. Я возьму фрагмент анимуса. Ой, молодец, Эдуард. А вот да, реально, вот в игре. Охеренно, что заметил я? В любых частях, что Ассасина, что Far Cry. Ubisoft делают классную, как будто настоящую воду, вот реально. Так, блин, фрагмент анимуса. Есть, друзья. Так, фрагментов анимуса собрано 6 из 30. Круто, класс. А, друзья, миссия получится аж на целый часик. Это по-любому так и будет, друзья. В любом случае, она будет интересная, классная, суперская. Вау, она реально будет класс, друзья. Думаю, часик 20 нормально, а вы посмотрите. Потому что реально, друзья, интересная, классная миссия будет. Я думаю, в Кингстоне, может, там морские контакты повыполняю. Ого, нифига себе, ветерок дует, друзья. Аж калку, блин, получится на борт почти переворачивает, а. Зараза. А, то есть, ускоримся. Я, наверное, скорее всего, там парочку этих повыполняю, всякие там, ну, поручения в Кингстоне. А основную миссию, уже прям основную, у меня компания, основную миссию, я выполню либо 30-й миссии, либо 31-й миссии. Посмотрим. Опа, еще, так. И, ого, там опять, скорее всего, форт, друзья. Так, внимание, запретная зона. Ага. Нет, друзья, этот форт мы уже не поимеем, поэтому лучше сваливаем от него. Поскорее, друзья. В ускоренном темпе. Быстрее. Ага. Блин, заразы, беги. Нихера себе, посмотрите, какой-то форт. Охереть. На вас 32 уровень, морские контакты 2. Не-не-не, нереально, друзья. Мы не поимеем этот гребаный форт. Это однозначно, друзья. Я уже знаю прекрасно это. Потому что 32 уровень, а у нас, друзья, с вами не 32. У нас с вами какой? Ах ты, не знаю, тут получится 9 этих штук. Ладно, да, поимеем. Подходящая дистанция. Не-не-не-не. Так, сколько там у них хп? А, может быть, здесь же и поимеем их, а? Ладно, друзья. Попробуем делать с вами. Если не получится, свалим. Ну, в смысле, если убьют, я закубью, да? По крайней мере, если я все-таки попробую захватить этот форт. Может, может и получится, а? Еще музыка такая заиграла классная. Блин, ну тут сразу 49 укрепления. Это вам не хохре-мохре. И, друзья, поимели. Может быть, на все-таки и получится их. Ага. Окей. Я уже делаю. Я, друзья, так. Зараза. Ага. Ого, ты сука. О, друзья, все-таки мы сможем, наверное, поиметь их, а? Попробуем хотя бы. Так, я три крепления завалил. Ага. Уже, ребята. Ударим по ним здесь, Кэп. Так. Да подожди. Огонь! Ай, красавчик, Димон, ай, молодца. Блин, быстрее, друзья. Надеюсь, сейчас получится этот форт захватить, а. Конечно, так легко захватить его, но... Друзья, у нас должно получиться. Да вы чё-то, сука, откуда ты взялся, да? Иди ж ты нафиг, а. Да не, друзья, галку нельзя долбать, поэтому сейчас этот кораблик. Так. Блин, зараза, а, не то хотел я сделать, а. Совершенно не то, друзья. Круто, друзья, так. Половину укрепления мы в них уничтожили, друзья. Давайте, так. Ага, вижу. Давай. Ага. Зараза, у нас еще и корабли напали, а. Вот это столько плохо, а. Это совершенно нехорошо, друзья. Давай, вижу. Есть, друзья. Так. Блин, друзья, класс, да. Честное слово, класс, да. Вау, блин, а. Ага. Еще. Ай, друзья, осталось буквально две штучки, а. Да, это, честно думал, друзья, это смогу захватить.
А получилось, друзья, что форты оказался не особо-то сильные. Альквас, друзья. Супер. Там у него да, вижу, вижу. Буквально немного осталось. Ага. Есть, друзья. Охереть, я все-таки захватил этот форт, получается, сейчас захвачу, друзья. Он идет ко... ко дну, вижу, вижу. Так, на нас, сука, гавк, напал корабль гребаный. Пока мы не завалим его, типа хрен, да, нам получается? Ладно. Ага. Вижу, вижу. Так, сейчас на абордаж возьмем тут муни тупорылых. Сейчас, и, кажется, хп гавки починим. Опа, чувак за бортом. Блин, чувак, извини. Сори. Сейчас, друзья. Аккуратненько. Да, друзья, Кингстон, мы все-таки долго до него плывем. Я, честно, друзья, не думал, что я захочу форт. Ну, я думал, не получится, друзья. А оказалось, что это получилось, а. Я очень этому рад. Так, сейчас нажмем на абордаж. Давайте, друзья. Молодец. Круто, класс. Так, 5 человек, да? Сейчас мы быстренько, друзья. Даже не перемещаясь с галки. Так, их завалим, а. Чтобы никого я больше не терял в миссии. Блин, высоко, зараза. На палубу крыс не пускать. Сейчас, друзья, есть, изи. Изи, сейчас галки хп починю. И тем более у меня, это, так сказать, галки, очень мало людей у меня на галке, а. Надо бы пополнить свои ряды, а. Так, конечно, почини галку, а. Мало ли, что там дальше у нас будет, пока мы доплывем до Кингстона. Да, друзья, я в ахе, а. Ой-ой-ой. Так, чувак за бортом, сейчас быстренько возьмем его. Может, они совсем близко! Да, вижу, вижу. А кого, кого, кто близко? Сейчас чувака возьмем. Да, давай, давай, чувачок. Давай. Давай, ну пожалуйста, ну где ты там? По правому борту! Поближе, давай. А давай, есть, все, спасли, друзья. Сейчас быстренько полю захочу форт. И наконец-таки, друзья, уже наконец-таки реально отправлюсь, друзья, выполнять миссию. Так, нам надо будет здесь припарковаться. Ну, спасибо, не миссию, имею в виду... А, чувак, прости, пожалуйста, но я хочу форт захватить. Так, вот, наконец-таки отправимся, друзья, в Кингстона. Так, где у нас тут можно припарковаться? Летим на скалы, Кэп! Да все хорошо. Бля, где... А, вот припарковка, друзья, с вами, вот она. Ослабьте старушку, ребята! Да? А можно тут припарковаться, да или нет? Так я не понял, где припарковаться-то можно? Маленько, припаркуемся тут, а? Полечали. Все, друзья, припарковались. Я пошел быстренько захватить форт. Хотя, конечно, быстренько не получится, друзья. Потому что тут целых было 9 креплений, друзья, этого форта. Потому что тут явно будет жестче много врагов. Я так думаю. Так, сейчас. Еще один форт будет нами захвачен сегодня. А, нет, друзья, в принципе, все логично. Также 3 офицера. В принципе, все то же самое, что было в том форте, который я захватывал. Ого, кулаками! Ого-го-го! Красавчик, Эдвард. Так, ну конечно, лучше саблю взять, а. Так, где офицер первый? Ага. Ах ты жирная тварь. Вот он, офицер, друзья. Он, сука, еще убегает куда-то, а. Хер тебе, тварь тупая. Да, блин, не туда. Эдвард, балбес, блин. Во, красавчик. И теперь хер тебе, сука, офицерская. Так, сейчас боезапасы возьмем у него. Крутяк, так. Сейчас, друзья, пойдем следующего офицера убьем. А, ты типа охерел, да, такой, охеревший, типа, да? Ну, подай мне перезарядиться, сука, а? Обычными кулаками его отхерачил, а? Ну, Эдвард, ну ты крут, а? Ну ты красавчик, а? Так, фрагмент анимуса, он у нас находится, ага, все понял. Сейчас быстренько сделаем. Так, давай, давай, Эдвард, давай. Ты у нас офигенный пират, супер-ассасин. Опа. Сыграть, друзья, всем вам рекомендую посмотреть прикольный сериал. Ну, интересный, по крайней мере. Пацаны, я досмотрел вот недавно, получился второй сезон. Блин, мне понравилось, прикольно. Конечно, это сверхъестественно не сравнится, но тем не менее. Друзья, прикольный сериал. И также я вам рекомендую посмотреть. Так что я рекомендую, друзья, просмотру прикольный сериал «Легенды Искатели». Ну и, конечно, любимый. Могу сериал вам, друзья, порекомендовать. Так, на саблях, да? Помахаемся. Ты сука, а? Ты сука, смотри, какой ублюдок, а. Ты херел? Мудин тупой, а. Так, это, блин, зараза, а. Вот, на! Своего же дебила убила. Придурок, а. Твоего же командира копнул. Ты вообще против своего же, а. Ой, друзья, ну класс, а. Охереть, а. Так, сундук у нас находится... А где сундучок вообще у нас находится? Типа наверху, как я понимаю, да?
скорее всего, наверху, друзья. Так, забраться можно? Можно. Друзья, я вам много классных прикольных сериалов порекомендовать. Это получается «Очень странные дела», «Однажды в сказке», «Сверхъестественное», «Легенда об искателе», «Кухня», «Отель Леон», «Отель Грант», потом «Готэм», вот прикольный сериал тоже. Так, о, так, что еще? Так, надо сейчас вспомнить, друзья. О, «Ходячие мертвецы». Так, могу я убить сверху его? А, хер раздвоить, могу убить сверху, так. Прыгнуть все, но я могу. Опа, прыжок веры, класс, друзья. Так, сундук следующий находится также на высоте. Ага, так, сейчас быстренько замутим. Так, какой же сериал еще порекомендовал? Даже хотя я вам так, в принципе, нормально порекомендовал сериалы. Вот эти прикольные сериалы. Посмотрите, рекомендую. Так, теперь могу убить тебя сверху? Сверху хочу убить его. Ой-ой-ой-ой! Зараза! Ух, чуть не умер, а. Теперь сверху убью, друзья. Вау! Охереть! Я думал, я умру опять же, друзья. Сейчас быстренько пополню свои... Эй, какого хрена? Ты кто? Ты охерел, что ли? Эй, ты чё? Не охерей ты, сука, а? Прям в ногу, друзья, убил его. Так, теперь я понял. Опа, жизни пополняется, круто. А где у нас сундук находится? Прям в огне, что ли? Молодцы, молодцы, друзья. Мы, кажется, мы с вами молодцы. Так, где сундук? Я что-то не понял. Он что, у нас находится аж тут, в Манди Ивановской, что ли? В огне? Эй, серьезно, где он? Что-то тут не вижу его, а. Как-то понять. Ну-ка, опустись, Эдвард. Ой-ой-ой. Эдвард, твою налево. Чуть не сгорел, друзья, капец, а. Где там огонь, конечно, жесткий, а. Рен чуть не умер, друзья. Блин, где же находится этот гребаный сундук? Так, тут я не могу забраться. Так, тут тоже. Вот, вот, друзья. Вот он, сундук, блин. Он был сверху, друзья. Так, все. Не ва... А, Наваса, друзья. Так, это наш, получается, форт называется Наваса. Сейчас, друзья, все, я пошел. Говорится, к этому дебилу в штаб. Там, кажется, фрагмент анимуса у нас находится... А, в самом верху. Сейчас, друзья, я быстренько возьму фрагмент анимуса и все. Ну, да, сейчас надо разобраться будет. Так, так, давай, 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 Эдвард. А, тут не получается, да? Так, где тут можно собраться вообще? О, сейчас, друзья, подождите. Ой, кайфа. Супер. Так, сейчас. Просто надо было поудобней припарковаться. Так, паника, черт с ним. А, нет, во, все-таки я нашел. Нашел, как это разобраться. Сейчас. Давай, давай. Давай. Эдвард, молодец. Так, фарметанимус у нас находится... По-моему, тут, если не ошибаюсь, да? Вот. Вот он, друзья, фрагмент анимуса. Есть, мы собрали, все. Теперь можно аккуратненько, опа, спуститься. И к этому дебилу. Ага, еще один форс, друзья, нами с вами захвачен. Ну, этого дебила я уже так убью, а, подойду. Ах, как я его, суху. Честно, друзья, прикольно было, класс, а. Теперь сейчас наконец-то, друзья, я отправлюсь в Кингстон. Ладно, друзья, пускай миссия называется все-таки Кингстона, 29-я. Блин, ладно, да. Наша же самая главная цель до него добраться до Кингстона. Потом все так, опа, класс, друзья, еще одна зона наша теперь морская, класс. Ух ты, нихера себе, только, сука, тут я поимел. Ух ты, еще один легендарный корабль. Пока я с ним не буду воевать, не осилю его. Вау, друзья, так и миссия вообще недалеко. Ух ты, еще один колокол, руины Каба и... Это что у нас так называется? Иль-Аш. Иль-Аваш. Ух ты, прикольно. Все, друзья. Конечно, теперь поплыли. Так, все у нас доступно. Денег у нас пока мало. Ну, 9... Опа. 9 тысяч реалов, друзья, у нас с вами. Так, все, друзья. Там я, может быть, что-нибудь замучу. Быстренько в Кингстоне. И... Да. О, опять у нас, друзья, закат или рассвет. Я постоянно путаюсь. Так, все, друзья. Теперь, наконец-таки, отправимся в Кингстон. А то, блин. Я, честно, друзья, вообще не думал, что я захочу форт, ну, как-то не думал, что получится, а тут получилось, это очень этому рад. Так, сейчас, друзья, ускоримся, а то и так уже, как говорится, долго плывем до Кингстона. Да, друзья, название я, в принципе, менять не буду. Я, конечно, изначально я планировал название какое-то другое, по ходу миссии, ну, там, получится поменять и такое, а потом подумал, ну, сейчас, ладно, пускай будет Кингстон. И, в принципе, все равно таких особых знаний важных не выполнил. В принципе, сейчас, ну, такие побочные повыполняю, поэтому зачем? Да, уж следующая миссия, друзья, я, наверное, скорее всего, подумаю, может, там Кингстон чей-нибудь такой прикольный, найдем миссию и выполним ее.
Не контактное убийство, конечно. Нет, а сейчас мы выполним контактное убийство, а именно что-нибудь другое выполним. Там, может, основную сюжетную миссию выполним в Кингстоне. Может, еще что-нибудь посмотрим. Ну, в любом случае, не побочку какую-нибудь, такую важную. Так, сундук мы потом возьмем как-нибудь. В любом случае, этот остров мы еще, ну, форт еще по-любому переместимся, чтобы повыполнять морские контракты. Надо бы подумать, какую сделать 30-ю миссию в этой игре. Ага. По счету уже будет 30-я миссия, друзья. Опа, человек за бортом. Так, его мы... Ай, зараза. Воевать с вами я не хочу, друзья. Поэтому сори, чувак. Извини. Так, сейчас быстренько возьми его. Ага, все. Это правда, друзья, уже наконец-таки надо к миссии поплыть, а. Ну, в смысле, не к миссии, конечно. Во, кит, вау, круто. А наконец-таки приплыть в новую локацию, новый город, Кингстон. Вот, друзья, мы с вами почти приплыли. Вау. Так, осмотреть территорию. Да, друзья, вот он наконец-таки и город Кингстон. Мы почти подплыли к нему, друзья. И мои друзья даже поют к этому, радуются. Так, Кингстон, переместись сюда. Ой, кайф, друзья. Супер, новый город, друзья. Класс. Вау, а красивый такой город, прикольный. Ух ты, мне нравится, друзья. Так, ага, понял. Так, Кингстон, таверна, точка обзора, контактное убийство, ого. Сейчас, друзья, парочку там контактов по убийству повыполняется, надо будет точку обзора сейчас замутить, друзья. Полюбез. Так, я потом думаю, в Гаване и в Насау, опа. Эту миссию мы потом выполним, скорее всего, друзья. Охота на тамплиев, это последняя. Охота на тамплиев, когда я получу пятый ключ и получу доспехи. Тамплиеров. Я выполню уже, наверное, скорее всего, 30-я миссия. Вот она и будет, 30-я миссия, друзья. Охота на тамплиеров. Так, сейчас, друзья, быстро помогу своим друзьям. Так. Ага. Ой, неправильно. Ой, неправильно, Эдвард. Во. Молодец. Так, все. Где они? Да, друзья. Следующая миссия. Уже нашел, какая будет у меня. Последнюю охоту на тамплиеров выполню. И получу последний ключ, друзья. И получу доспехи тамплиеров. Вообще будет класс. Вот изично, друзья. Ах ты, сука, еще живой, а? Есть, друзья. Плюс два. Опа, видите, друзья, молодец я. Я своих друзей спас. Ну, видите. Ах ты, сука, а? Ты охерел, что ли? Ублюдок, а? Плюс два человека в экипаж, друзья, класс. Так, сейчас, друзья, быстренько выполню точку обзора. Мы, наконец-то, друзья, с вами попали. Наконец-то, допули до города под названием Кингстон. Это круто, друзья. Так, новая песня. Еще поймать бы ее, друзья. Так, надо как-то подумать, как поймать ее. Шанти песню. Это будет, конечно, нелегко, друзья. Что-то, что она постоянно убегает от нас, а? Опа, да. Хоть она топлива финальную, я потом выполню. 30-я миссия и будет она. Так, давай, Шанти. Давай. Давай, Эдвард, молодец, а? Кингстон, Шанти, первая из шести. Вау. Так, 30-я миссия, я уже знаю, какая будет у меня. Опа, еще, сука, пирата спасти надо. Да ё-моё, там, кстати, какая точка обзора, друзья, есть. Так, где это у нас? Ага. Сейчас, друзья, все будет. Быстро пока сделаю перезарядку. Там, кстати, какая зайти в таверну. Так, освободите заложников. Ага. Не выдавая себя. Понял. Друзья, аккуратненько. Ай, красавчика. Все, друзья, убегайте. Давайте, плюс 4 человека в экипаж. Давай, сука, давайте, ублюдки. Я вас на кулаках отхерачу, так сказать. В скрытых клинках. Ого. Давай. Вау, скрытые клинки у вас, а. Они мне нравятся. Охереть, а. Вау. Ух, это вас скажу, друзья. Сука, видите, сука, их поубивал. Охереть, человек где-то на 6, в общем, или больше. Класс, сейчас боезапасы пополню. Так, о, в настоящий момент крики капитана доступны улучшения. Круто, друзья. Так, сейчас буду быстренько точку обзора, так сказать, замучу. И сейчас здесь, по-моему, штук 9, если я не ошибаюсь, как в Кингстоне. Надо потом будет все сундуки в Гаване и все метанимусы и песни Шанти собрать. Она будет кого-то замутить, вы, наверное, скорее всего, вне миссии, не в записи, а просто будет их пособирать. Так, как тут забраться, то есть, зараза.
Также потом надо будет это сделать в Насау. Все фрагменты анимуса пособирать. Также в ней в миссии. Но думаю, вам не будет интересно, когда я буду лазить по городу и собирать все, допустим, там сундуки, все фрагменты анимуса. Не, если я буду понять контакты, да, это будет интересно. А вот по поводу песен, как я буду за ней бегать, друзья, я не думаю, что вам будет это интересно. Если будет интересно, напишите в комментариях, я могу, в принципе, в миссии это замутить. Все фрагменты там анимуса, все сундуки пособирать именно в миссию такую сделать, а? По сбору там всяких там прикольных штучек-дрючек, а? Миссия как раз таки долгая поедет. Чисто все сундуки и все фрагменты анимуса соберу в Гаване. Как вы думаете, будет интересна такая миссия, если я сделаю, а? И, конечно, я, разумеется, буду болтать, друзья. Ух ты! Так, морской контракт. Так, ух ты, таверна. Так, о, сундучок. Кингстон, синхронизация. Ага. Ух ты. Прикольненько, еще одна песня Шанти. Сейчас, друзья, мы с вами прыгаем. Люблю я так прыгать, друзья. Класса. Так, пойду, друзья, с вами выполню. Сейчас, я выполню морской контракт, друзья. Так. Так. Морской контракт. Ты у нас аж в Манде Ивановской, да? Ладненько. В любом случае, я хочу тебя выполнить, друзья. Да. Сейчас я вот так вот, молодец. И как раз таки, может, песню Шанти поймаю, а? Она у нас находится там неподалеку, друзья. А, она находится аж вон где. Сори. Так, вот, друзья, песня Шанти находится аж тут у нас. Так. Ага. Вот, друзья, от нас уже убегает она. Видите, какая она зараза, а? Это песня Шанти, а? Ай-яй-яй, почти поймал, друзья, зараза. Ну, блин, ну Шанти песенка. Ай, зараза, песенка от нас убежала, да? Блин, жгу, я так буду бегать за ней, не поймаю, зараза. Зараза, песенка Шанти. Все, друзья, она от нас убегала пока, да? Если с песенкой унесло по второму, а? Его унесло, друзья. Альше, блин, а? Ладненько. А, вот она. Вот она, друзья, сейчас постараюсь поймать песенку. То я, зараза, первый раз унесло. Так. Вот, давай, Эдвард. Давай, я верю в тебя. Давай, ускоренно, темпе ускоренно. Есть, друзья, поймал вторую песенку Шанти. Так, ты херил, что ли? Пошел нахер, Спарта ему устроила. Ах ты, сука. Могу тебя достать? Сдохни, тупой стрелок. Так, дебила. Я вас, в принципе, не боюсь, но я от вас убегу пока что. Время тратить не хочу на вас свое. Так, все, друзья. Сейчас пошел я быстренько. Выполню морской контракт. О, сейчас перед тем, как выполню морской контракт, друзья, я еще раз сделаю точку синхронизации. Так, да, вот. Потом выполню морской контракт. Зараза. Сейчас, друзья, подождите. Надо будет сейчас еще как-то залезть сюда. Так, морской контракт находится недалеко. Опа, еще фрагмент анимуса. Так. Ай, как круто, люблю так убивать, друзья. Так, морской контакт далеко. О, фрагмент анимуса тоже. Как теперь туда забраться, друзья? Это ты наш вопросик, а? Вот, что как надо, скорее всего, так. Это, ну да, скорее всего, так. Возможно. Так, у нас крест тут. По кресту, друзья, можно. Круто. Вау. Блин, мне бы так лазить, как Эдвард лазит. Прикольненько, а? Реально класса. Блин, у меня бы так лазить, друзья, блин. Было бы круто, а? Я бы так полазил бы. Ну, вы, друзья, я боюсь высоты, лазить так не умею. Как говорится, обломчик. Так, сейчас. Давай, Эдвард. Давай, я верю в тебя. А, ты тут не можешь залезть, типа, да? Ух ты, птички летают, класс. Так, где ты у нас, типа... А, вот тут ты можешь залезть, скорее всего. Тут ты можешь залезть? Ну, во, молодец. Давай. Ух ты, орел полетел, друзья. Вау, закат. Спасибо, закат. Так. Как еще одна точка синхронизации сделана, друзья. Вторая из 9. Вау. А это будет в Гаване. В Тасау, в Кингстоне. Все фрагменты анимус собрать. Все сундуки, друзья. Все контакты повыполнять. Все песенки Шанти поймать. Просто все прям облазить. Надо будет это сделать. Либо я сделаю это в миссии, либо вне миссии. Либо в записи, либо вне записи. Подумаю. Если вам понравилась такая идея, я могу в записи так сделать, а? Чисто везде полазить и все пособирать. А если не понравилось, будет скучно, то я могу туда вне записи это сделать, а? Так, фрагмент анимуса. Ой-ой-ой, не умирай. Нам нужно фрагмент анимуса собрать. Так.
Ты у нас примерно тут, да? Так, примерно у нас тут находится, да? Ай, друзья, так. Курьер, курьер. Сейчас курьера поймаю. Сори, сори, чувак, извини. Так надо было. Так, изи поймал, друзья, его. Ах ты, суки, а. Хер тебе, сука, меня, я тебя убью. Ублюдский ты капитан. Ах ты, сука, а. Ткнул меня все-таки, да? Ты ублюдский, а. Ай, класс, а, друзья. Нравится мне это в игре убивать. Честное слово, класс. Так, сейчас быстренько пополню свои боезапасы, если что-то есть у него. А, у него ничего нет. У тебя есть? У тебя есть боезапасы? У него тоже боезапасы, друзья, нет. Все, друзья. Пойду, наконец-таки, выполню морской контракт. Что-нибудь еще сделаю и завершу мою миссию под названием Кингстон. Так, торговец оружием. Контракт на убийство. Так, пираты, обосновавшихся возле церкви, торгуют запрещенными товарами прямо в центре города, да? Еще и неподходящими людьми. Убейте их главаря. Окей, окей. В принципе, все изи, друзья. Легкие деньги, как называют, как получить, друзья. Легкие денежки. Так, убить их главаря. Сейчас где он находится? А, в принципе, недалеко от нас. Тут еще, как раз-таки, сундук рядом с ним. Сейчас, друзья, убьем главаря. Тихо, а именно тихо, друзья, убьем с пистолетика. Ну, чтобы получить лишние 500 реалов, друзья. Говорится, они будут там не лишними. Учитывая, что я хочу галку улучшать дальше, и не только галку. Ну, получается, ну, и костюм себе купить, там, или там, пусть новую саблю. Да, я хочу выполнить все контракты, а вот все контракты морские, чтобы получить тебе уникальный пистолет. Прикольный. И потом выполнить все контракты, уже не морские, все такие вот. И получить себе прикольную саблю уникальную. Так, главарь. Ага. Избегайте стычек. Ой-ой-ой. Так, подожди, у нас есть дротик, есть дротик. Фух. Так, сейчас. Мы как на ладони. Шевелитесь. Есть, друзья. Просто изично. Ай, класс, друзья. Мы убили его. Молодцы. Так, ладно, сейчас помахаемся с ними, друзья. Я хочу это сделать. И мне это хочется. Блин, сука, просто изи, друзья. Ай, молодец, Эдвард, красавчика. Так, этот дебил спит. Мы сейчас его уже окончательно убьем. Сука, он не проснулся и не помешал нам. Говорится, решить правосудие. Опа, с бочкой, бочкой, друзья. Ага, охеренный взрыв. Правда, я немного лоханулся, друзья, со взрывом. Ну ладно, так, ладненько. Сейчас я хочу сундук у них забрать, поэтому всех убью. Так я тебя мудил, а? Тоже, сука, с топором. Только пиратская тварь. Пирата-предатель. Ты, сука, а я же пиратый ассасин, друзья. Я хороший пиратый ассасин. Ух ты, по роже меня опять же зарядил, да? Ах ты, сучок, а? Ну-ка, пошел ты, сука, смотри, а. Ого, ты так быстро, быстро. Давай, давай, Эдвард, давай. Я верю в тебя. Вау-вау-вау-вау, вот так прям видели? Несколько раз его повтыкал. Ну, то есть, вы поняли. Клинками скрытыми. Блин, нравятся мне скрытые клинки в ассасине. Кингстон, сундуки, один из 18, ни хера себе, я собрал только один из 18 сундуков, друзья. Охереть. Так. Сейчас что-нибудь еще замучу. Не знаю даже, что именно. Опа. Так, контракт на убийцу, друзья, выполню, я сейчас думаю. Да, и завершу мою миссию. Да, так и сделаю. Сейчас быстренько так же выполню. Сейчас замучу. Сейчас помню боезапасы, сейчас, друзья. И нашу 29-ю миссию я завершу. Да, я думаю, есть смысл такую миссию, где, как я говорил, чтобы пусть в гавани, или в Насаус пособирать все фрагменты, все сундуки, вообще все получили материалы. Полностью все собрать. Вот такую миссию сделать по сбору, допустим, всего нужного там фрагментов анимуса, песен к Шанти, всех сундуков. Все, там, все контракты повыполнять все. Сейчас, друзья, я выполню морской контракт. Ой, контракт обычный, и все. Так, контракт на убийство, британский капитан. Нам сообщили, что некий британский офицер во главе своего отряда держит страхи всех в округе. Обычно его можно найти возле порта. Ах ты, сука, а. Сейчас мы, сука, устроим его. Пусть кинул налево, чтобы он больше не держал.
людей в страхе, сука, то люди боятся. Это не порядок, друзья. Никак не порядок. Так, мы с вами находимся где вообще? А, в принципе, не особо далеко. Сейчас быстренько, друзья. Блин. Эдвард, слезь. Быстренько, друзья, с вами побежимся. Опа, их фармят анимуса. Тут как тут у нас, в принципе, далеко. А где ты у нас? Ты у нас где? Фармент. Я не понял, где он. А, у нас вон где. Давай, Эдвард, давай. Я хочу фармить анимуса взять, но походу придется так его взять. Так, вот. Вот. Красавчик, друзья. Так, фармить анимуса собран. 2 из 13. Так, песенка шанти я увидеть не буду. Хотя я уже поймал 2, но круто, но потом. Так, все, друзья, пойду я убью быстро этого дебила. Да, также втихую. Так же, друзья, тихо. Знает весь Кингстон. Точно. Он подлый шарлатан. Этот плут втридорого продает липовые снадобья. Изи, друзья, просто изично. Сейчас быстренько бойцов его всех поубиваю. Класс. Да, сейчас быстренько всех поубиваю. И все, друзья. И завершу мою миссию. Ой, молодцы, помогают мне пираты. Ой, красавчики. Тоже были против этого ублюдка, но не могли вас стать, пока я не пришел. Выполните контакты 15 из 30. Ух ты, друзья! Я помню, контакты завершил. Так круто, друзья. Осталось буквально еще 15 контактов, друзья, и все. Да блин, быстрее. Ух, успел. Давай, гаси его, друзья. Ай, молодцы. Спасибо вам за помощь, друзья. Спасибо. И вам, друзья, спасибо за поддержку. Желаю вам и вашим близким крепкого, охеренного здоровья. Реально, живая. А сейчас остальное примерно, опа, будет, друзья, сейчас боезапасы. Этого дебила мы быстро убили, освободили район, теперь люди не боятся. То есть я выполнил 15 контактов из 30. Я, получается, выполнил половину, еще выполнил половину контактов, 15 штук. И я получу там, по-моему, уникальную саблю, если я не ошибаюсь. Что-то очень уникальное полевой получу. То есть после заморских контактов я получу себе новый уникальный пистолет. Это я точно знаю. И есть еще один параметр анимуса собран. Сейчас, друзья, я быстро сделаю еще одну точку синхронизации. Где-нибудь найду ее. Так, давайте даже тут возьмем ее, ладно. Вот. Она получится у нас в воде. Точка обзора не синхронизирована, ага. Так, сейчас быстро замутим ее. Эту точку синхронизации, друзья. И да, и завершим нашу 29-ю эмиссию под названием Кингстон. Мы же друзья, в Кингстоне путешествуем, правильно с вами? Да, конечно, этого мы... Только, опа, что я купить могу? Только, конечно, были в Кингстоне. Мы 2 форта захватили в этой миссии. В общем, было весело, друзья. Так, купить. Боеприпасов у меня не хватает, да? Так, вот это, такие, вот. Надо их, как бы сказать, закупиться. Да. Так, ну, в принципе, мне даже тяжелый ядер всего лишь 2 штуки не хватает, друзья. Думал, больше. Так. Зажигательных снарядов не хватает. А, все полно, друзья. Все у нас с вами хорошо. Внешний вид галки. Внешний вид. Так. Опа. Бронзовый штурвал. В принципе, на самом деле, можно замутить. Почему бы и нет. Так. Ага. Так. Носовая фигура Кракена. Ух ты, прикольно. Кракен, друзья, класс, мне нравится. Так, боеприпасы, улучшение галки. Ну, тут, в принципе, нам... А что? О, бортовые орудия, друзья, можно с вами улучшить, а? Давайте, в принципе, так и сделаем, а? Так, да, бортовые орудия нам надо улучшать, друзья. Вау. Галки улучшили бортовые орудия. Класс. Мы, друзья, с вами еще и галку улучшили в этой миссии. В общем, дофига чего я в этой миссии сделал, друзья, в этой игре. Только что я, конечно, начал эту игру стримить. Вообще было бы классно постримить, друзья. Поэтому я в части Ассасина, в следующей, вот сначала начну с первой части играть, я буду их стримить. Единственное, когда Вальгалла появится у меня, я не буду стримить ее. Почему? Потому что она, во-первых, не оптимизирована. И, во-вторых, друзья, да. Она требовательная сучка, поэтому она будет тупить на стримах. В любом случае, я сегодня буду проходить ее, наверное, скорее всего, так же, как эту часть проходил. Прохожу по частям, буду мутить. Не стримить, так буду по частям. Так, склад, найти обладателя ключа. Так, друзья, ну это мы сделаем с вами уже потом. Да, обладателя ключа найдем совершенно потом, пока я это делать не хочу. Миссия у нас так классно, интересная получилась. Это сейчас быстро сделаю точку синхронизации и завершу мою миссию. Вот сейчас мы пока поставлю монтировать, друзья, ее. Она будет долго монтироваться. Во. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. 29-я часть под названием Кингстон завершена. Друзья, и самое главное, то есть это самое-самое главное, в принципе. Не болейте, не скучайте.
всем пока-пока. Вы лучшие, вы просто охеренные, друзья. Спасибо вам всем за вашу крутую и классную, и охеренную поддержку. Мой адрес. А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось.